СМИ появилась информация о том, что полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов зимой уходит из команды. Сообщается, что футболист перейдет в другой клуб российского чемпионата. Опорный полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов продолжит свою карьеру в другом клубе российского чемпионата. Не исключено, что переход может произойти во время ближайшего трансферного окна, то есть уже этой зимой. Соответствующая информация появилась в твиттер-аккаунте Sport Insight. Летом 2018 года Тарасов, по версии Яндекса, стал самым популярным футболистом Рунета. Его известность отчасти обусловлена скандальным разводом Тарасова с телеведущей Ольгой Бузовой. Как говорил сам Тарасов, многие упрекают его, утверждая, что он повысил свою известность за счет Бузовой. Кроме того, как жалуется футболист, теперь за каждым его шагом пристально наблюдают, хотя он никогда не стремился к подобной жизни.